Вот со мной на связи Фин, и мы продолжаем смотреть сериал «Ядерный удар» от Манёж. Чуваки, это у нас уже 10-я серия, погнали. Так, пошел в бункер, батя. Кто? Нифига тут связь. Добрый у них. День. Я связывался с вами 2 дня назад по радиосвязи. Чисто домофон такой позвонил. Меня зовут Джейден. Я с детьми пришел к вам. Джейден? Артур, слышишь? Они пришли. Да, заходите. Что происходит? Спокойно. Сейчас работает система очистки. Стой ровно и задержи дыхание. Блин, конечно, стрёмная такая хрень. Убери автомат, Джейден. Ты в безопасности. Ой, это этот мужик, который говорил с ним сейчас? В опасности. А где твои дети? Они снаружи. Я приведу их позже. Господи, вы вдвоем держите такой большой бункер? Меня зовут Алекс, а это Артур. Добро пожаловать. Нас всего 4, я тебя потом познакомлю с остальными. Пошли, осмотримся. Блин, музычка еще такая, знаете, напряженненькая. Мы сможем принять вас на некоторое время, но вы должны будете работать на нас. Да, конечно. Как так получилось, что этот бункер достался вам? Не, ну в принципе оно как всегда бывает, типа типы кажутся какими-то подозрительными там и так далее, но это в принципе логично, да, там уже как дальше пойдет, типа посмотрим, может быть они и нормальные. Бункер у военных, в свое время нас было больше. А, типа это своего рода такие повстанцы. Но часть группы была поражена радиацией и убита военными. Ну повстанцы или кто, или мародеры, хотя нет, это не мародеры. Это двери комнаты? Здесь могут жить люди? Да, выбирай любую. Место. Ну, в принципе, они как бы не с военными, это уже радует. И хватит всем. А там что? Ничего, Джейден. Иди за детьми. Ничего, то есть что-то они там скрывают? Ну, Артур, мы ничего не скрываем от наших гостей. Проходи. О, окей. Это радиоактивные отходы. Остались от военных. По-хорошему закопать их надо, но руки еще не дошли. Они излучают радиацию? Джейден, мы бы не ходили без защитных костюмов, если бы это было бы так. Ну что, приводи детей, мы подготовим для вас комнаты. Сегодня предстоит еще много работы. Да, хорошо, парни. А это? Это кость, Джейден. У нас была собака. Ее тоже забрала радиация. Может, это какие-то... типа... каннибалы? Спасибо вам, что... Блин, ну я фиг знает, типа... Что сказать, блин, подозрительно все это как-то. Приняли. Мы столько бункеров уже обошли. Да не за что. Вы поможете нам, мы вам. Слишком добрый, говнорите. Что думаешь? Все просто отлично. Короче, замышляют они, все понятно с ними. Замышляют что-то плохое. Это не ловушка? Может, они вообще схавали эту собаку, типа хрен его знает, чья это кость. Все в порядке, Уилл, не переживай. Просто главное всегда оружие держать на чеку, вот и все. И будет все нормально. Добро пожаловать в бункер 91. Мы рады новым гостям. Это Уилл, это Ева. Добрый день. Меня зовут Алекс, со мной Артур. К вечеру придут наши друзья.
У чувака еще голос такой прикольный, и какому-то, знаете, злодею вот именно подходит. Можете снять шлема, здесь безопасно. Спасибо, что согласились принять нас. Бункер такой большой. Да, Ева, ты верно подметила. Чувствуйте себя как дома. Пройдемте, мы подготовили для вас комнаты. У вас много провизии? Да, сегодня запасы пополнились. Беспокоиться не о чем. Пополнились? Откуда? Тут мне тоже интересно, каким-то образом они могли пополниться. Обо всем расскажем за обедом. Вот ваши комнаты. Переодевайтесь и ждем вас здесь, в холле. Проходите, дети. Через 10 минут собираемся на обед. Хорошо. Так. Да ну блин, батя тоже какой-то, ну, наивный типа. Ну, что сказать, вот мы и в бункере. Мы шли сюда целых 2 дня. Вроде не дурак, а, блин, ведет себя прям реально. И знаете что, здесь вполне как простачок. Хорошо. Уилл, можно? А? А, да, конечно, заходи. Что случилось? Не, ну а по-другому-то, ты же их не пробьешь там ни по какой базе, типа, не узнаешь там о них ничего, как бы остается только на честном слове там как-то ловить. Вот и все. Ты что, снимаешь? Ой, ладно. Слушай, мне кажется... Капец, рубашка такая еще. Да, что-то не так. Эти люди странные. Думаешь? О! Мне кажется, заметил, молодец. Они бы нас и убили, если бы захотели. Нет, Уилл, они хотят в те... Да вот именно то, что это было бы тупо, типа, ну, кто нормальный будет, блин, так делать, типа? Типа, убивать их сразу. Ясен фиг, что никто, типа, надо как-то из-под тишка, там, и так далее, втиснуться в доверие. Втиснуться в доверие. Ева, не говори глупости, пошли обедать. Но мне интуиция... Вот малая красава, она просекла, как бы, фишку. Интуиция. Да, да, интуиция. Пойдем кушать. Ну вы что здесь, уснули? Блин, капец, наконец-то сняли вот эти вот оковы долбанные железные с себя. Броню эту. Уилл, опять ты со своей камерой. Убери ее, не позорься. Пойдемте обедать. А, да, пап, хорошо, сейчас. Уилл. Малой, знаете, снимает как секретный материал и от Линча. Возьми хотя бы пистолет с собой. Я говорю, они странные. Ева, успокойся, мы в безопасности. Не от Линча, а от Лукаса. О, тогда вы сможете помочь нам с настройкой компьютеров. Да, без проблем. Дети, идем обедать? Да, я очень голоден. Это будет лучший обед за всю вашу жизнь. За мной. Чего они там, интересно, положены? А где, собственно, кухня? Почему мы пришли на склад? Ну что, дорогие гости, опа, пора обедать. Вот оно получается как. Алекс вас не обманул. Это будет лучший обед в вашей жизни. И последний. Да не, ну они что, совсем что ли дураки? Они даже оружие выложили, типа, с собой не захватили. Ну, господи, ну как такими наивными можно быть? Ну, типа, реально, блин, они что, до сих пор не пропёрли? Уже 10-я серия, а камон! Ты шутишь, Алекс? Какого чёрта? Мы ведь договорились помогать вам! Типа, просто в этом сраном мире никому, блин, нельзя доверять. Вы нам очень сильно поможете. Не трогай детей, урод! Спокойно, Джейден. Вы все попадете в лучший из миров. Отпусти нас! Немедленно! Ты знаешь, все мы грешники. Всех нас ждет ад. Однако я верю, ваша участь откроет вам ворота в рай. Ну, короче, какой-то сектант. А меня с друзьями сегодня ждет еще один смертный грех. Ты уже знаешь, о чем я, Джейден. Чревоугодие. Мразь, ты не поступишь так с нами! Артур, ну где же ты? Он должен был уже прийти с инструментами. Позволите отлучиться? Боже, такие говнари, ну серьезно. Надо что-то делать. Твою мать. Я... Не, ну эти, конечно, тоже, блин, хороши, ну реально. Я не ожидал от них. Господи, Ева! У тебя был пистолет? Зачем ты выстрелил? Красава! Я схватила руки. Вы что тут?
Красава, ну! Ева, спокойно. Ля! Отдай пистолет Уилл. Ля, вообще! Уилл, лови! Пап, что делать? Херачите! Говнари, блин! Что, мать твою, сделали? Стреляй, ну! Кто это? Кто это сделал? Успокойся, он мертв. Тварь, это ты его убил? Это я! Видишь? Я развязала руки и убила его! У меня пистолет! Так стреляй, что ты сидишь-то? Я убью тебя и съем до косточки. Я зажарю тебя и буду наслаждаться этим. Ну да, это, короче, каннибал. Черт, нет! Что? Ты ведь убил его! Ты что, попал в эту бочку? Я не спи... Все, говнари получили по заслугам. Так сам и надо. Дети, быстро, режьте веревки! Чем, пап? А что это какое-то взрывоопасное вещество, что ли? Стреляй по веревкам, Уилл, быстрее! Сейчас будет бум. Ева, беги за костюмами! Не, ну тут малая зарешала, типа. Уилл, освободи меня, быстрее! Сейчас здесь все взорвется нахрен! Здесь динамит! Пап, патроны, что делать? Господи. Кусай так, нахрен! У меня в комнате автомат. Неси, чего стоишь? Если сейчас батю потеряют таким тупым способом, ну это будет как-то вообще... Ну, ты че, блин? Автомат! Быстрее, дети, они нормально, быстрее. Сейчас убегут. Двери, как их открыть? Кнопка, кнопку ищи! Твою мать. Это все. А вот и бум. Миг предательства хуже всего. Миг, когда понимаешь без тени сомнения, что тебя предали, что некий человек настолько желает тебе зла. Маргарет Этвуд. Блин, ну это, короче, конечно, такая коротенькая довольно серия получилась, ну, типа, в плане разных локаций там и так далее, типа, они только в одном этом побывали. Но ступили они жестко, вот что я хочу сказать, ничему их жизнь не учит, блин, уже 10-я серия, и как можно оставаться таким наивным? Уже столько говна произошло, они до сих пор, типа, наступают на одни и те же грабли. Ну, это вообще пипец какой-то, ну, реально. Ну, типа, девчонка красава, это факт. Типа, если бы не она, то, ну, ГГВП, типа, ну, блин, батя, ну ты-то куда, думаю, ну ты-то смышленый, типа, спасал уже не раз, типа, блин, нет, ни хрена, все равно наступает на одну и ту же хрень, типа, там, в доверие втираются, типа, к ним в голову их, и все, и, блин, они, собственно, идут такие, типа, о, блин, вы нас приютите, короче, да, вот, вы крутые, а хрен там плавал, это сраные каннибалы, блин. Оказались. Вот так вот и доверяй реально людям. Никому. Тем более в таком мире доверять никому нельзя. Это, блин, пора бы уже это понять, типа. Ну, ладно, надеюсь, в следующих сериях они не будут допускать таких банальных ошибок, но серьезно, потому что это, ну, блин, максимально тупая просто ситуевина вышла. В общем-то, да. Но получилось так, как получилось. В принципе, все нормально. Конечно, бум произошел. Я надеюсь, там никто не пострадал. Типа, они, может... как-нибудь хотя бы успели выбежать, там, укрыться, там, и так далее, или их ударная волна не задела, ну, хотя это, блин, маловероятно, может быть, какие-то все-таки будут потери, ну, не потери, типа, просто, короче, пострадали, молясь, но главное, чтобы все были живы, но это мы уже узнаем в следующей серии. В общем, на этом все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов, ну, а с вами был Финн, всем пока!